В смартфонах Pixel 2 обнаружена проблема с дисплеями. Пользователи жалуются на их выгорание. Эксперты и пользователи обнаружили дефект в новых смартфонах Pixel 2, который они назвали «выгорание дисплея». Имеется в виду появление серого фона, и на нем едва различимые элементы управления, передает The Verge. Компания-производитель Google уже приступила к расследованию сложившейся ситуации и выясняет причины дефекта. Смартфон с лучшей в мире камерой. Как отмечают эксперты, проблемы с LED-дисплеями действительно возможны, однако не после нескольких дней использования устройств. Неполадку зафиксировали представители авторитетных изданий Android Central, The Verge 9.5 Google. Ранее корреспондент Net сообщал, что эксперты установили самый продаваемый в мире смартфон. По материалам сайта newsgro.com.